Да-да-да-дам, я из ванной, это значит, сейчас я буду вам вещать что-то об уходе, либо мы с вами будем что-то тестировать, вы уже поняли, да, вам привет с моей ванной. Я вот смотрю на себя вот так вот, у меня свет попадает как-то непонятно, я себе не очень нравлюсь. Ну вот в зеркале нравлюсь, а на камере что-то прям не очень. Ну ладно, меня зовут Ирина, добро пожаловать на канал Иринка Мискик, я очень рада вас видеть у себя в гостях. Усаживайтесь поудобнее, сегодня я буду вам вещать об уходе. Для меня это нетипичное видео, потому что на моем канале вообще подобных роликов нет на самом деле, но я решила немножечко выходить за рамки и буду вам вещать из ванной, потому что вот так вот сидеть, показывать бутылёчки — это одно, а вот их пробовать на себе — это другое. Сразу же скажу, на лице у меня нет тона, у меня только нарисованы брови, в один слой оформлены реснички, и все. По-моему, у меня был блеск какой-то на губах, но я его уже давно с чаем съела, проглотила. Вот. И что же я сегодня буду делать? Я сегодня... В общем, что-то растянула это вступление, и о чем я сегодня буду с вами разговаривать? Я буду вам рассказывать о двух продуктах, которые мне понравились, которыми я уже пользуюсь, и сегодня я вам их вот так вот покажу и вас познакомлю с ними. В общем, усаживайтесь поудобнее, берите кружечку чая, еще раз привет вам из моей ванной, и давайте уже начнем готовиться ко сну, у нас время 9 час, и я уже хочу просто залечь, полежать и там, я не знаю, посмотреть какой-нибудь фильмец, если даст Кирилл. Так что желаю вам приятного просмотра, и так что жду от вас, кстати, подписки. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить свежие ролики. Подписывайтесь на мой инстаграм miskik9970, там я тоже вас рада всегда видеть. И да, о чем же будет сегодня мой мое видео. Две минуты вот болтаю о чем, просто вот хочу поговорить. Вот, ребята, вот требует душа, у меня сегодня с вами диалога. Буду вам показывать уход за лицом с помощью всего лишь двух продуктов. Да. У меня сегодня будет в рационе в уходе за собой всего лишь два продукта. Никаких больше кремов, сывороток, ничего. Ничего. И, конечно же, я могу вам сказать то, что любой уход, вообще любой абсолютно у меня уход, и я, наверное, как корейцы, как азиатские женщины, я помешана на очищение. Очищение организма, очищение кожи, правильное очищение волос. То есть мне нужно все вот максимально хорошо очистить. Вот. И сегодня я вам буду вас знакомить с брендом Secret Beauty. В общем, что могу сказать? Это микс минеральный гель, универсальный минерально-солевой гель для лица, для глубокой очистки кожи. Он подходит для ежедневного очищения, и либо не для ежедневного очищения. Единственное, отличается, что в нем. Если вы его используете ежедневно, то его нужно наносить на лицо всего лишь на 30 секунд. А если вы перед ним будете делать какую-то маску, то нужно будет его наносить где-то на минуту. Просто наносить на лицо, я вам сейчас это все покажу. Вот, и у меня на него есть подробный обзор, кстати, в моем инстаграм, если вы еще не знаете, не видели. Я никак не могу сейчас ориентироваться, как мне, куда мне надо смотреть. Вот, ребят, так что глаза у меня немного бегают. Вот, и у меня на него есть обзор подробненький, так что, если интересно у вас, вам узнать об этом гельчике, проходите ко мне в инстаграм, miskik9970, я вам там о нем подробненько вещаю. И почему я вам сказала, что с помощью двух продуктов? Просто я вот этим вот гелем хорошо очищу кожу, у меня там Кирилл с сыном, папа с сыном, муж с сыном, они пытаются там себя как-то развлечь, пока мама решила поснимать видео в ванной. И вот завершающим уходом будет вот такая вот маска, она называется маска Anti-Age Fresh Sculpting Mask. Ее можно наносить на зону под глаза и на лицо. Так что вы сейчас все увидите, я вам показала, давайте начнем уже очищаться, умываться. Надеюсь, я ничего урезать с этого видео не буду, и все будет отлично. В общем, по идее, вот этот гель можно им снимать макияж, но я это не делаю, потому что, ну, не делаю я, и глазки я сейчас буду стирать, вот убирать, точнее, снимать макияж вот этим средством от бренда Tiana, это гидрофильное масло. Я сейчас им буду снимать, но перед этим я хочу убрать челку,
И у меня есть такой мой дельфинчик, и у меня там всякие заколочки-резиночки. Сейчас какую-нибудь первую попавшуюся резиночку найду. Нашла золотые листья осенние. И я сейчас быстренько... Слушайте, уже на 5 минут наболтала. Так, вот сейчас уберу челку и поехали. Очищаться. Беру маслица. И наносим его. Надо, кстати, его не очень много. Но у меня аккумулятор еще садится. Так. Распределяю в ручках. И пошли. Опа. По глазкам. Все у нас сейчас будет растворяться. Слушайте, я сейчас благоухаю ароматом. Я на себя нанесла. Сегодня Герлен. Мон Герлен, Флораль. И, ребят, я хочу снять обзоры на... этот аромат. Если вы хотите обзор, ароматные обзоры, вы мне, пожалуйста, дайте знать. Потому что я давно не снимала ничего о парфюмах. Давно ничего у меня такого не было. Так что, если хотите, дайте знать. Дайте мне знать, чтобы я могла уже как-то ориентироваться. Аккуратненько, кстати, ребят, смываем макияж с глаз. Чтобы ничего у нас тут не растиралась лишний раз. Я вроде бы стараюсь аккуратненько. Все. Надеюсь, все уже растворилось. Пошла смывать. Так. Все, собственно говоря. Лицо я умыла, глаза покраснели. Но у меня всегда, когда я снимаю макияж, краснеют глазки. Так, следующее, что я беру. Я беру вот такой вот. У меня влажная кожа. И я беру вот этот вот гель-микс. Я его всегда встряхиваю, потому что это своеобразный продукт. Сейчас вы поймете, что это за продукт. Это необычный гель. И он не пенится. Я вам сейчас вот так вот покажу. Вот. Слышали звук? То есть это вот такая вот песочкообразная. У меня его уже тут... Что-то у меня тут заканчивается. Но думаю, не надо. Ну, ребят, прикиньте. Походу, я вот так перетрясла, что его теперь нужно вот так вот трясти. Ну, как вы поняли, он вот так вот выглядит. Это такой вот, как песочек. Он как песочек, но у него и состав такой своеобразный. Нет, есть. Ну, собственно говоря, мне вот такого количества хватит. Так как я буду сейчас наносить маску, сейчас я это все скребу между пальчиков и пошла длину носить. Буду сейчас смотреться на себя в зеркало, чтобы ничего лишнего никуда не намазать. Могу сказать только одно, ребят. Во-первых, он не пенится. Во-вторых, его можно наносить даже на зону под глазами. Не боимся. Вреда он нам никакого не сделает, не пересушит, потому что после нее мы будем делать маску. Аккуратненько просто массируем для того, чтобы очистить кожу. Если есть какие-то ранки, постакне, точнее, ранки от акне, его тоже я, в принципе, использовала. Единственное, что щипало. У меня здесь стоит мешочек, никак не проходит. Я вот все хочу сходить, кстати, узнать, не является ли это какая-то слезная грыжа. Знаете, вот есть просто слезные грыжки, я переживаю, потому что слезные грыжки, они убираются только хирургическим путем, а это прям, мне кажется, дороговато будет. Ну так вот, как вы видите, данный гель, он такой гель, который не пенится, он как порошочек, как, я не знаю, как это даже сказать, если вы когда-то пользовались содой, не знаю, так чистили поры, либо еще что-то делали, либо скрабировали, пилинговали кожу, вот это то же самое. Но ощущение такое-то, что кожа очищается, все пощипывается, как будто я вот лицо в море опустила, знаете, у меня сейчас вот такое ощущение. Я его наношу, и нужно 60 секунд подождать, чтобы все поры открылись. Это сам производитель говорит, то, что перед маской данный гель нужно наносить на 60 секунд, для того, чтобы лучше очистить поры, для того, чтобы почистить хорошо кожу, для того, чтобы маска, которую я буду использовать дальше, чтобы она проникала намного глубже и лучше. Так что сейчас ждем 60 секунд, и я потом это все смою. Что мы будем делать эти 60 секунд? 30 секунд уже прошло, я все это помассировала. Другие 30 секунд я вам сейчас расскажу по поводу еще, наверное, этого гельчика. Могу сказать одно.
Так как я человек, обладающий дико чувствительной кожей, у меня сейчас так все щиплет. У меня дико чувствительная кожа, и я склонна к аллергическим реакциям, и натуральные продукты, они всегда, в принципе, могут вызывать аллергическую реакцию, потому что натуральные продукты, они и есть натуральные, они либо подходят, либо не подходят. Могу сказать, за этот гель у меня не было и нет на него никакой аллергической реакции, и от использования данного геля я осталась дико довольна. Как вы видели уже, что у меня его, я его хорошо порасходовала, и я думаю, то, что я... ближайшее будущее, когда он у меня закончится, я себе его обязательно куплю. Ну что, ребят, поболтала, все, теперь сейчас это буду все смывать, оно даже местами чуть-чуть подсохло, но ничего страшного, сейчас мы это все смоем. Не забывай смывать аккуратно. Ай, сейчас буду как красный рак, зато максимально очищенная. Все, ребят. Зато я чувствую, что у меня кожа мега нежная. Я просто после этого геля я всегда себя трогаю и понимаю то, что у меня кожа дышит. У меня же прям краснота такая, кровь прилилась. Так, сейчас вытираю. Всегда, кстати, девочки с проблемной кожей убрали все полотенца нафиг. Либо просто стирайте их ежедневно, ложите новые. Либо, как я, просто берете и... обычными бумажными полотенцами вытираете лицо. Все, лицо у меня вытерло. И беру данную маску. Данную маску я буду наносить на зону под глаза, и я буду наносить ее на кожу лица. Ну что, поехали. Она идет с низкомолекулярной гиалуроновой кислотой. Подробненько я вам о ней расскажу, конечно же, в своем инстаграме. Сейчас я вам только могу сказать, что это у меня тоже определенный восторг. Я тут штудировала состав данной маски. По-моему, здесь нет злосчастного витамина Е, так что подкожниками я от этой маски не крылась. Тут, кстати, есть фольга, которую я никак не могу выбросить. Все хочу вам показать, то, что это все было зафольгировано качественно. Все, собственно говоря, достала. Данная маска выглядит... вот так вот. Да-да-да-да. Сейчас я нанесу, думаю, данного количества, чтобы она у меня не плыла никуда. Вот так вот она выглядит. Видите? Такое вот травянистое средство. Все, убираю и поехали наносить. Да-да-да, на мои любимые мешочки. Я снимаю вам видео и хочу вам сказать только об одном. То, что после использования данной маски, после использования данного ухода, мне ничего не хочется использовать на своей коже. Я не использую крема после ухода от Secret Beauty. Мне хватает вот того, что я использую. Все. Ленивый вечер. Я называю это ленивый вечер с использованием маски. И вот так вот мне нужно будет походить. Не хватило. Мне нужно еще чуть-чуть. Страшно? Не бойтесь, ребят. Так мы походим совсем чуть-чуть, всего лишь 15-20 минут, и все. Видите, как она быстро впитывается? Она буквально у меня кожа ее съедает. Так что так сейчас наносим. Все, все, все наши какочки спрятали. Все, она сейчас тут полечится, увлажнится, все будет хорошо, красивенько. Мне вот этого слоя хватит вполне, так что все. Красиво, да? В зеркало не так страшно, как на камере. Так, ну все, сейчас выжидаю 20 минут, потом я к вам вернусь. И надо будет сейчас отдохнуть, попитаем кожу вокруг глаз этой маской. Так что вот так, ребят, пошли ждать 20 минут, и я к вам вернусь через 20 минут. Опа, я вернулась. Да, прошло уже 20 минут, даже чуть-чуть побольше. Могу сказать, только одна маска полностью впиталась. Нет никакого ощущения дискомфорта. Немножечко, так знаете, подтянулась кожа, но это не как ощущение от глиняных масках. Вот эта маска, когда ты вот так хоп, и все. Тут как бы все окей, все хорошо. Сейчас это все буду смывать. Видите, как она подсохла? Вот. Она полностью сухая. Полностью все. Все вот вообще. Она не крошится, ничего не снимается пластами. Сейчас я ее буду смывать теплой водой. Аккуратненько.
осторожненько буду настроить водичку. Так, сейчас я быстро смою. В данной маске содержатся масла. И когда ее начинаешь смывать, прям чувствуется то, что на коже что-то есть. Чувствуется вот это, вот, знаете, ощущение того, что на вашей коже есть. Ну, как будто вы кожу хорошо сейчас попитали. Но знаете, с учетом того, что я вам много раз говорила о том, что я не люблю, когда я смываю маски, у меня остается вот это вот ощущение пленки, да, вот этой маслянистости, в общем, ощущение пленки. Вот здесь совершенно другое. Я чувствую, что на моей коже осталось, вот знаете, вот как будто бы вот я сейчас вот умыла лицо, но ощущение такое, как будто там уже нанесен крем. То есть я сейчас просто возьму, протеру лицо полотенцем. И все. Зона под глазами, она напитана. Лицо, оно напитанное, кожа очень мягкая. Я чувствую, что кожа, она очищенная, напитанная, увлажненная, то есть полностью весь уход, который есть. Эту маску, конечно, можно наносить еще и дальше, но вот сюда вот я ее наносить совершенно не хочу, мне сюда наносить ее незачем, и могу сказать только одно. Вот эти два продукта от Secret Beauty, гель для умывания и вот эта вот маска, они заменили мне, гель для умывания заменил мне пенку для умывания, заменил мне скраб, собственно говоря, и даже этап тонизирования мне не нужен, потому что вычищает все прям до скрипа, я чувствую то, что поры действительно очищенные. Вот эта маска, она мне заменила, смотрите, она мне заменила, она, собственно говоря, мне сделала маску, она мне попитала кожу, она мне ее увлажнила кожу, потому что я не чувствую, что моя кожа просто напитана, я чувствую то, что кожа действительно увлажненная, ребят, я не знаю, как это будет видно на камере я, наверное, буду красным раком, но даже зона под глазами мне не хочется сюда ничего наносить, хотя вы видели то, что я умывала лицо, и я под зону под глазами тоже проходила данным гелем, но мне сейчас ничего не хочется наносить, и я ничего не буду наносить. На камере это намного дольше все, потому что я вам рассказываю, это все показываю, и поэтому кажется все долго, но по факту, когда у меня вот я делаю уход вот из этих двух продуктов, у меня на это все уходит, буквально я захожу, умываю лицо вот этим средством, наношу эту маску, захожу в душ, пока я мою тельце, маска действует, потом к концу принятия душа я смываю маску, выхожу из душа, и все, опля, и все здорово, все отлично, понимаете, как бы вообще очень-очень здорово, это как раз, мне кажется, для тех девушек, которые прям мега экономят свое время, и когда не хочется, чтобы на вашей ванной полке было много средств. Конечно, мне, вот честно сказать, мне еще хочется попробовать ряд продуктов от бренда Secret Beauty, и если я там увижу то, что может быть есть какой-то тоник либо лосьон, потому что мне хочется все-таки вот здесь вот бы хотелось после вот этого средства какое-то тонизирование. Но так как я вам показываю уход, какой у меня действительно есть с данными продуктами, я вам так его и показываю. Так вот, и после использования, завершающим этапом моего ухода, вот это была маска Anti-Age Fresh, мне не хочется нанести ни крем, ни сыворотку, ни крем под глазам, ничего не хочется наносить. Единственное, я сейчас только почищу зубы, и все. Кожа напитанная, увлажненная, и все классно. И такой, знаете, еще у меня настолько приток крови сейчас к лицу идет, что я прям чувствую, у меня прям как румянец на лице. Ну, вы видите то, что я красненькая, подтекаю. То есть я предполагаю, что все питательные вещества и все микроэлементы, которые есть в этой маске, они у меня сейчас просто проникли в кожу, и сейчас это все будет питаться, все будет здорово. Так что вот так вот, ребят, мне очень понравился данный уход, и если вы что-то пробовали от бренда Secret Beauty, конечно же, дайте мне знать, расскажите, и я, скорее всего, тоже это попробую, возможно, будет подобное видео. И если вам понравилось такого рода видео, то тоже дайте знать, поддержите пальчиком вверх, ваши просмотры, они мне покажут о том, что вам, если это интересно, я буду для вас это снимать. Для меня немножечко непривычно то, что я перед вами вот такая вот вся уставшая, замученная, но зато с удовольствием и с радостью, с хорошим энтузиазмом для вас сняла данное видео. Надо мне снять мою заколочку. Вот, все.
Вот так вот, все, вот так вот будет намного лучше, да? Так что вот так вот. Надеюсь, вам было интересно со мной, полезно. Вы со мной провели немножечко времени и подчеркнули какую-то информацию. Всех люблю, целую. Большое спасибо, что досмотрели данное видео до конца. Я правда, ребята, очень-очень устала. Пойду сейчас завалюсь отдыхать, потому что прям с ног валюсь, но... Завтра новый день и новая пища, и, конечно же, я думаю, то, что как-нибудь сниму для вас такой же подобный утренний уход. Если хотите, то, конечно же, дайте мне знать. Побежала, больше не буду вас задерживать, и большое спасибо, что вы со мной. Не забывайте, конечно, подписаться на мой канал, и не забывайте подписаться на мой инстаграм. Мне будет очень приятно вас увидеть в количестве своих друзей. Всем пока-пока, увидимся в скором, увидимся в скором будущем в новом видео. Всем пока-пока, заговариваюсь.